Всем привет, с вами Дженикус. Сегодня NetherRealm объявили о том, что они тестируют кроссплей. Вместе с этим упал патч на 0,5 гигабайта для Mortal Kombat 11. Пока что без внедрения кроссплея. Наконец-то, наверное, подумали вы, но не спешите радоваться, потому что по сути повода для радости нет. Во-первых, кроссплей пока что тестируется только для казуальных онлайн-матчей. Когда он будет доступен, неизвестно, но они объявят об этом в Твиттере. Функцию кроссплея можно будет включать и выключать. Если она включена, то в казуальных матчах система будет искать наиболее подходящего противника с обеих платформ. Также будут общие кроссплейные комнаты, где игроки разных платформ могут друг с другом встретиться. Игроки Mortal Kombat 11 не могут перекидывать прогресс, анлоки, контент и покупки между платформами. Все это привязывается только к одной платформе. В лидербордах можно будет понять, что игрок с другой платформы по значку скрещенных стрел на их комбат-карте. Если ваш противник неподобающе ведет себя во время боя, вы можете на него пожаловаться, нажав на кнопку Report Player. Ну и последнее и самое важное, кроссплей будет поддерживать только PlayStation 4 и Xbox One. Nintendo Switch, ПК и Google Stadia не будут иметь кроссплея. Когда кроссплей PS4 и Xbox One будет введен, точно неизвестно, видимо по окончанию теста. Будет ли введен кроссплей между PlayStation 4 и ПК, пока что нет, но в будущем возможно. Всем спасибо за внимание, пока!